последнее время. На первом этаже вот женская одежда, и мы идем на первый этаж, потому что мне нужна женская одежда. Ну, естественно, у нас распродаж только. Ральф Лорен люблю. Хорошее платье такое. Ну, 139 фунтов. Синенькая вот. Тоже 139. Будем ждать распродаж. Ой, это даже 149. Ладно. А вот у них еще и полоска любимая моя. И желтенькое что-то. Ладно. Тед Бейкер. Ну, что-то в этом... Вот Fashion Offers, наверное, туда. Что-то в этом я не могу найти никаких распродаж. На Оксфорд Стрит, Джон Льюиси. Ага, вон там что-то краснеет. Краснеется. Ну, посмотрим, что тут. 40% off. Это мало. Я даже смотреть не буду. Джулис. Вохаус, 50% off. Не мой стиль, не мой фасон. О, какая коняшка тут. О, какая лошадь красивая. С повозкой. Так, что тут еще? White Stuff 50%. Ну, все в основном по 50%. Но это мне не надо. White Stuff тоже. Нижнее белье не буду смотреть. Тут нету распродаж. Поехали дальше. Где-то там еще офферс предлагали. Вот Барбар, кстати. Как у Коко. У моей собаки курточка. Сколько вот такая курточка стоит? 169 фунтов. Так что у Коки, наверное, фунтов за 50 точно. 169 фунтов Барбар. Вот такие вот тут расценки. Ну, иногда вот 169 иногда превращается в 50 и даже в 40. Поэтому, когда есть распродажи, я прихожу и покупаю вот такие вещи. Уж лучше купить такую одну вещь за 40 фунтов, чем сходить в Примарк и купить две вещи за те же самые 40 фунтов. Этот мне нравится, Windsor London. Хорошее синенькое платьице. Сколько оно нынче стоит? 179 фунтов. Его обычно этот Windsor London скидывают хорошо, когда распродажа. Ну, пальтишко какое. Оно стоит 600 фунтов. Ну, ну конечно. За такие деньги я вообще ничего не буду покупать. Вайтл. Это не моя фирма. Я здесь ничего не покупаю. Кин by John Lewis. Тоже не мое, но иногда маечки тут бывают хорошие под пиджак. Рейс. Рейс очень дорогая фирма. Пиджак, конечно, обалденно красивый. Ой, какая серебряная кофточка. Посмотрю. Знаете, сколько стоит рейс? Я даже пиджак боюсь смотреть. Но вот эта кофточка стоит 115 фунтов. Это 11 500 рублей. Пиджак. Пиджак. 265 фунтов. 26 500. Ну, конечно, качество не оставляет никаких сомнений, что это качественная вещь. Поэтому один раз в жизни можно купить даже и за такие деньги, если нужен именно такой пиджак, или именно такое пальто, или именно такие штаны. Кстати, распродажа рейс. Белая курточка. Ой, она даже не кожаная, а смотрится как кожа. Стоила 250 фунтов, теперь 150. Красиво, конечно. Интересно, есть моя 14-й померить, что ли? Ладно, если будут что-то мерить, то приду еще и возьму ее. Но вообще, ладно, не буду. За 150 я не собираюсь покупать.
Так, и еще серенький пиджачок. Ну и дальше обувь. Дюн. Свадебная какая-то обувь. Карвелла. Вот Карвелла хорошая. Я как-то хотела вот что-то типа таких купить. 59 фунтов. А, вот, вот этот, вот эта фирма хорошая. Курт Гейгер, Джейгер, не знаю, как произносится. Да, вот в этой фирме я хотела купить. Вот, по-моему, вот такие вот туфли, только серебристые. Стоили они 150 фунтов. Сейчас они стоят также 150 фунтов. Боден. Вот такие свитерочки. 49 фунтов сейчас. Стоили 70. 40%. Такая королева тут. В Джон Льюисе. Горит неоновым светом. А вот и 70% скидка. Посмотрим, что тут есть за 70%. Одни какие-то пальто. Не очень хорошего. Большие объемы какие-то. А вот маечка полосатая Джон Льюиса может быть и пригодится. Хотя хлопок. Точнее, ну как, футболочка. Сколько она стоила? Стоила 29, теперь 15. Нет, она хлопковая, я в хлопке, мне всегда жарко. Но вообще хлопок хорошая вещь. А эти пальтишки тоже? Это уже конкретно Джон Льюис. Нет, эти без скидки. Это новенькие, это на весну. 99 фунтов. Ладно, понятно.